Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцко Боровский. И я сейчас лежу на кровати, покормил хозяйство, дал гусятам одуванчиков, точнее от них листочки, комбикорма, водички, индюшатам дал покушать. И знаете, что у нас сегодня за день? А у нас день рождения нашей собачки. Сегодня один годик. Представьте себе, вот этому зверю один год ровно. Колпачка сегодня не хватает такого, знаешь? Я ей дам подарок. Вкусняшку какую-то? О-о-о! Красота-то какая! На! О, смотри, как аккуратно берет. Все, забирай свою палочку. Все, Касюня будет кушать. Смотри, как хвостик работает. Ага. Все, рада я. Радости полные штаны. Открываю шторы. Сегодня погода получше, но все равно пасмурно. И на улицу мы, наверное, со зверями не пойдем. Кстати, Соня сегодня хочет уехать в Киев, так как приедет моя тетя и сможет ее забрать Витя в Киев. Так что, ну такие вот дела. Но Соня ненадолго поедет, да? Ну да. На сколько ты поедешь? Посмотрим, скоро вернусь. На пару дней. Так что сейчас я схожу к соседям и куплю яйца. Сколько тебе надо? 30. Хорошо. Домашние яйца все-таки получше, чем магазины. Поэтому сейчас будем отправляться. Покажу вам садочек. Вот там вот, если видно. Да, да, есть. Цветы Соня садила. Слушай, а что они не распустились? Кто? Цветочки твои. А те? Так я же их посрывала, цветочки с них. Ага. Чтобы они переживали. Понял. Просто думал, что они будут большие. Вырастут такие красивые. И у меня уже собрались грязные вещи. Вот эти вот штанишки, в которых я хожу. Кофточка, футболка. И я попрошу Соню, чтобы она мне их сегодня постирала. Да? Угу. Кстати, пошлите, я вам покажу, как поживают наши гусочки. Вот, можете посмотреть, какой им букет нарвал. Привязал на резинку. И они тут уже его хорошо объели. Посмотрите, кочерышки остались. Давайте вот так вот поменяем. Пусть дальше кушают. Слушайте, водичку выпили. Быстро, однако, надо им опять набрать. Кушают они, кстати, очень хорошо. Я стараюсь давать им еды столько, сколько они съедают. Вот если съедят, я им еще даю. Даже такое есть, что я им и в 12, и в час ночи даю кушать. Для того, чтобы они быстрее росли, были здоровые гуси. Или как напали на еду. Так, давайте я вам покажу, как тут поживает индейка наша. Им тоже даю еды, они хорошо едят. Индюшке водичку даю. Тоже это индюшатам. И еще, кстати, я даже не знаю, какая у меня порода индюков. Вижу, есть вот такие вот черно-белые, есть несколько белых. А я их и не вижу, они там попрятались. Вон, допустим, тут их пару штучек. Вот. Есть пару белых индюков. Индюшат, точнее. И черные. Что за порода, я не знаю. Кто разбирается, напишите в комментариях, какая у меня порода индюков. Кася, а что ты делаешь? В чем ты валяешься? У тебя день рождения. Тебе сегодня все можно. Сейчас мы выпьем чашечку кофе. И какие надо взять? Там их много, видишь? Ой, так у меня тут был мой кулек. Так вот это они, наверное. А, ты кулек забрал, да? Да. Знаешь, что это? К нам пришла клубничка, и мы ее сейчас будем кормить. Вот таким вот мяутом у нас еще есть. Она его обожает кушать. Смотрите, как рубает. Сходил на село, к женщине купил яйца. 30, потому что Соня хочет взять в Киев. Яйца здесь продают по 15 гривен за десяток. Положил в такие вот коробочки. И сейчас планирую сходить домой и выпустить гусей, потому что дождя нет, и пусть себе пасутся, пока погода хорошая. То пусть побегают по травке и попасутся. Поставил им тут комбикорм. Они особо его не едят, даже не подходят. Там один только чуть-чуть поклевал. И поилку с водой, чтобы они могли пить. Сейчас давайте зайдем
возьмем соломы для того, чтобы можно было им подстелить чистой соломы. Так, заходим. И вот наша солома. Именно солома, потому что сено это то, которое косится. Солома это из пшеницы. Вот такое вот отличие, если еще. Вообще сено, оно немножко лучше. Для того, чтобы гуси сидели, потому что из пшеницы оно колется. Ну, другого нету. Поэтому они живут у меня в соломе. Вот, тут даже видно колоски. Так, в общем, балия у меня высохла. Теперь можно сюда и закинуть траву. И так на день я делаю раза три. Потому что они все быстро загаживают. Вот, все. Новый ночлег есть. Так как уже немного подсыхает, то я решил вот такую помыть клеенку. Мы сюда заходим и ставим обувь. Да, и плюс приедет тетя Таня. Так хочется, чтобы было чистенько. Поэтому наводим порядки. Гусички пасутся. Там на солнышке, покажи, балдеют. Только меня немножко стремает, что может прилететь ворона, сорока и украсть их. Поэтому я слежу за этим, чтобы было все четко. В принципе, можно их загнать сюда в сеточку. Но они не хотят заходить. Пасутся рядом. Пусть пасутся. Все, дорожки положил вот здесь вот сушиться. Сполоснул порог. И коту налили супчика с мяском. И сами сейчас будем кушать. Так что все, кто кушает, приятного аппетита. Вот такой вот у нас супчик. А Соня уже съела. Да. Так, в общем, ребят, с Колей доделали забор. Посмотрите, как он выглядит. Вот тут вот остался один вход, который я потом накрою, и все. И вот так вот они теперь тут пасутся. Давай, сюда не ломись. Вот тут вот вход. Сегодня погода хорошая, поэтому они пасутся. У меня случилось как бы нехорошее событие. У меня индюшонок утопился только что. Я прихожу, смотрю, а там плавает индюшонок. И как бы я понимаю, что это именно по моей вине, потому что я поставил индюшке вот эту вот кастрюлю с водой, чтобы она могла напиться. И он утонул. У меня просто нету слов. Я постоянно приходил, контролировал, чтобы она могла напиться. И он как бы погиб. Так что теперь у меня два индюшонка уже нету и одного гусяты. Как бы не совсем хорошая новость. Я очень даже расстроен по этому поводу. Потому что он мог вырасти здоровым индюком или индюшкой. А теперь его нету. И буду знать, что лучше не ставить воду. Лучше бы она пила с маленькой вот чары, там где они пьют. И тогда были бы все индюки живы. А так минус один, к сожалению. Что, ты уже собрала вещи? Короче, Соня скоро уезжает в Киев, но обещала вернуться, да? Конечно. Что ты можешь сказать по поводу того, что индюк пропал? Да. Это просто ужас. И что будем делать? Что-то уже ничего не сделали. Панихиду. А? Панихиду. В смысле? Хорони. Я что, даже царку свечку ставлю за успокойтесь. Ты все, будешь следить теперь за остальными. Да, ну ты знаешь, как мне теперь грустно? Я как бы за ними смотрел и не досмотрел одного индюка. Ну, да. Это просто капец. Коль, что ты можешь сказать? Что, панихиду заказы. Это как понять? Ну, это в церкву идут, заказывают, когда кто-то умирает. Угу. За упокой. Давай, наливай, будем пить. Так ты же не пьешь. Ты что, это святое дело. За цемон. Касю вычесывают. У Касси сегодня один год. У нее сегодня день рождения. Расческа почесала, да. Теперь... Именины, поминки. Да, мне как-то не весело, знаешь. Потому что он мог вырасти, и он погиб. Из-за моей вины. Спасибо, что ты меня поддержала. Говоришь, да. Ну что я тебе могу рассказать? Ну ничего не сделаешь. Ну да. За другими смотреть. Да. Кстати, а какая у меня порода индюков? Ты не знаешь? Обычно. Самое обычное, да? Ну, обычно. Простите, просто. Ну, я, это такие, как, знаешь, в селе всегда держат. Ну, просто. Да.
Гуся там, кстати, не холодно. Очень странно. Вроде солнца нету, они вот лежали, а теперь пасутся. Скоро приедет тетя Таня, а Соня поедет. Так что будем здесь смотреть за хозяйством. Чтобы посмотрела, да? Ну да. Так, в общем, Соня все, уезжает в Киев. Да, когда ты приедешь? На следующей неделе приеду. Ага. Все, давай, тогда приедешь, позвони. Все, пока. Пока. Все, давай, садись. И Кася пока. И Кася пока. Пока. На день рождения уезжает. А, Кася? Да. Ну, она сегодня пробыла тут целый день. Ну да. Все, давай. Все, тогда садитесь. Угу. Так что, все. Ролик подходит к концу. Если он вам понравился, то доставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. И, ребят, до следующего выпуска. Всем пока!